Данный материал содержит элементы рекламы. Доброе новое утро, здравствуйте. Доброе новое, наши дорогие, горячо любимые, понедельник. Да. Ура, товарищи, вперед за боевыми свершениями. Таис Разумовская, Дмитрий тут в наличии. Спиваков. И не только за свершениями боевыми, думаю, но и за вдохновением. Ты знаешь, одному одно, другому другое. Не все же такие солдаты боевые. В понедельник вдохновение, да ладно, давай трезво смотреть на происходящее. Муза ждет, так вот, пускай ваша муза вас настигнет. Хотим сегодня поговорить о вещах, которые актуальны в нашей стране. Как ты думаешь, какое самое популярное молдавское блюдо? Молдавское блюдо, естественно, плацинды. Плацинды? Да. Нет, я имею в виду вообще вот блюдо, которое едят у нас здесь в стране. Плацинды. Плацинды. Ну да, такие итальянские плацинды, кругленькие. Пицца, да. Что ли? Пицца! Именно она, согласно статистике, в Молдове на первом месте по популярности доставки курьером. За ней следуют хрустящие куриные стрипсы, шашлык, суши, на десерт блины. Ты знаешь, ребята, то, что на втором месте вот эти хрустящие куриные стрипсы, я без понятия, что это вообще. У меня... Типа наггетсы? Ну да, да, да. У меня такой вопрос. А где наш патриотизм? А где мамалыга на доставке? Где мамалыга? Где плацинды? Где Хотя, как бы, я тебе скажу, что большая часть поваров склоняется к тому, что, к сожалению, такого понятия, как национальная кухня, у нас попросту нет. Ну, есть. Все это заимствовано от А до Я. Да, помимо еды, курьеры принимают много других интересных заказов, таких, например, как кошачий корм. В смысле, это кто-то тоже поесть заказывает нет. себе? Просто лень выходить, либо забыли, может быть, прикупить, знаешь ли. Так. Наполнитель для лотка, также это явно тоже, не о надеюсь, еде. Не для себя, да? Раскладушка, неожиданно. Вентилятор, кинопленка, лед и многое другое курьеры отыскивают и доставляют. При этом в мире глобальный тренд – это здоровое питание. У меня такой вопрос. Это точно не сценарий 85-го года? Нет? Там кинопленка. Серьезно? Кинопленка! Да, да, да. Очень странно. Да. Заказы из веганских ресторанов по всей планете. Это тоже мы сейчас, к слову, про доставку. Выросли на 58% по сравнению с прошлым годом. Однако в топе самых заказываемых блюд – гамбургер, блюдо на гриле и курица. Самые популярные кухни – это итальянская, в принципе, что неплохо, средиземноморская, японская, китайская, американская и испанская. Ой, мы все пройду да пройду, кажется, все, пора хамончиком быстрее. Бы сейчас быстрее закидался. Быстрее переходить к следующей рубрике. Да. Итак, у нас дата в истории, поговорим про нее. Итак, на календаре 7 февраля. В 1940 году состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма «Пиноккио» от Disney. Фильм удостоен 2 премий «Оскар». Да. А 7 февраля 1984 года астронавт НАСА Брюс Маккендлис стал первым человеком, работавшим в открытом космосе в космическом пространстве без какой-либо связи с кораблем в свободном полете. Я даже знаю, какие первые слова он произнес, когда вернулся обратно. Какие? Какая тварь меня отстыковала? Что еще произошло в этот день с исторической точки зрения, об этом расскажем далее. 7 февраля 1998 года в программу зимних Олимпийских игр впервые был включен сноубординг. Произошло это в Японии. Тогда соревнования проводились по хавпайпу, так называется спуск на сноуборде по встречным склонам двускатной вогнутой конструкции от одной стены к другой с прыжками и трюками при каждом перемещении. С тех пор хавпайп неизменно включается в программу всех зимних игр, которая время от времени пополняется еще и новыми видами сноубордных соревнований. 7 февраля 1795 года порт Хаджибей был переименован в Одессу. Произошло это по повелению Екатерины II. Без Екатерины Одессы бы просто не было, но главный одесский бренд, конечно же, юмор. Одесситы уверены, что бурный расцвет юмора напрямую связан с мягким климатом, наличием моря и национальной пестротой населения. Говорят, что в Одессу в разные времена населяли люди 150 национальностей. Каждая говорила на своем языке, и все друг друга понимали. В Таиланде сегодня фестиваль цветов – одно из самых красивых и впечатляющих событий страны. Проводится ежегодно на севере страны, в городе Чангмай. Праздник начинается в первую пятницу февраля и длится 3 дня. Фестиваль насыщен самыми разными, увлекательными событиями. Церемония открытия, шествия, выставки и соревнования цветочных декораторов, ярмарки, представления, выборы королевы красоты. Наверное, излишне говорить, что кроме праздников, все тайцы и чангмайцы особенно очень любят цветы.
Тренд на суперфуды набирает обороты. И один из таких суперфудов – это зеленый чай матча. Он содержит витамины, кофеин, а также большое количество антиоксидантов и полифенолов, которые положительно влияют на красоту кожи и очищают организм. Чем еще он полезен и как же его правильно заваривать? Об этом расскажем далее. От всех остальных чаев ярко-зеленая пудра матча отличается одной главной особенностью. Этот чай делают из листьев, которые дозревают в тени. Дословно матча переводится с японского как измельченный чай. Укрытые плотными темными сетками за несколько недель до сбора урожая, листья зеленого чая, которому предстоит превратиться в матча, растут медленнее и, в отличие от обычных, вбирают в себя максимальное количество аминокислот. К моменту сбора они представляют собой живые склады тианина и катехина, которые отвечают за полезные свойства матча. Тианин по праву считается мощным, но в то же время бережным природным антидепрессантом и успокоительным средством. Катехин – сильный антиоксидант, работающий на омоложение нашего организма. А галат-эпигалогатехин, содержащийся в матче, снижает уровень сахара и работает как антибиотик. Очень важным доказанным полезным свойством галат-эпигалокатехина является борьба с образованием раковых клеток. В частности, матча может стать дополнительным щитом от рака кожи и молочных желез. А еще он значительно улучшает работу мозга. Согласно научным исследованиям, японцы, выпивающие более 2 чашек чая, имеют на 50% меньше проблем с памятью, чем те, которые этого не делают. Сегодня матча выращивают в нескольких странах, но уверенным лидером считается Япония. Именно японские перетертые листья ценятся специалистами и гурманами выше всего. Чай имеет сильный и отчетливый аромат, а по вкусу многим напоминает шпинат или пырей. Для традиционного заваривания матча нам понадобится тяван – керамическая или фарфоровая чаша для заваривания, тясако – мерная ложка из бамбука, в которую входит 1 грамм порошка матча, ситечка – для просеивания матча и тясен – венчик из бамбука для перемешивания. Для крепкого чая прогрейте тяван, засыпьте туда 4 грамма просеянного матча и залейте его 50 мл горячей воды. Неспешными движениями перемешайте чай венчиком. Он должен получиться густым, тягучим, с насыщенной зеленой пенкой сверху. Для менее крепкого варианта снизьте количество чая до 2 граммов и заваривайте тем же способом. Матча дает огромное количество энергии. В отличие от кофе, ее прирост длится долго и без побочных эффектов. Вообще, как бы мы описали наше детство? Я сейчас про поколение конца 80-х, начала 90-х. Тяжелое. Ну так, голодное. Да. Деревянные игрушки, прибитые к потолку. И, казалось бы, вроде шутка. А с другой стороны, ну практически-то и не шутка. Ты знаешь, у меня были излюбленными бумажные куклы. То есть фактически куклы из бумаги. Мы вырезали из картоночки, а потом одежду на более тонких листах, на таких прищепочках, зажимчиках. И вот, значит, этими бумажными куклами играли. В общем, самое интересное, что сейчас, во времена переизбытка всевозможных игрушек, китайских, пластиковых, металлических, каких угодно, самых разнообразных, игрушки из дерева и бумаги снова становятся трендом. Отличный экологичный тренд. А ведь это прекрасная идея. В сети настоящий бум самодельных игрушек. Родители объясняют, каждая подобная поделка становится для ребенка чем-то значимым, а не очередной одной из. Но вот только посмотрите, например, на этого потрясающего деревянного бегемота. Молодой папа потратил несколько часов, чтобы фигура получилась идеальной. Такая и интерьер украсит, и любого малыша заинтересует. А вот еще один папа, на этот раз из Китая. Благодаря своей фантазии он стал известен на весь мир. Для своей дочки он не покупал в магазине ни одной игрушки. Да и зачем? Ведь он придумывает и воплощает в жизнь невероятные, интересные и крутые изобретения, которых нигде больше не найдешь. Родители по всему миру пересматривают видео по 10 раз, чтобы сделать нечто подобное и для своих чад.
Кстати, абсолютно каждая игрушка сделана из самых обычных и недорогих материалов. Картона, канцелярских принадлежностей, коктейльных трубочек и ниток. Думаете, они все недолговечны? Как бы не так. Тот же самый картон может быть прочнее пластмассы, например. Конечно, придется потрудиться. Так, для изготовления вот такого игрушечного ружья мастеру пришлось склеить больше 30 листов. Впрочем, есть на YouTube советы и для начинающих игрушечных дел мастеров. Догадайтесь, из какого предмета можно сделать необычную яркую игрушку? Подсказка – посмотрите на свои ноги. Догадались? Ну, конечно же, речь о самых обычных носках. Набиваем их специальным наполнителем или ватой, вышиваем прикольную мордочку и внутрь помещаем маленький колокольчик. Сшиваем, и веселый котик готов! Кстати, если вы тоже прониклись идеей самодельных игрушек, не спешите немедленно избавляться от уже купленных, ведь их тоже можно использовать в качестве подручного материала. Молдавская стрит-арт-художница Инна Желязкова, известная под псевдонимом Изи Извне, она как-то, кстати, была у нас в гостях, да, было. Успешно представила Молдову на международном мурал-фестивале в городе Антип во Франции. Угу. Мурал с узнаваемыми сферами художницы можно найти по адресу почта Poste Sursenedis 715 Rue de Saint-Jean 06600 Антип. Начиная с нелегального граффити, Изи Извне стала одним из самых узнаваемых стрит-арт-художников в Молдове и за рубежом. Ее работы можно встретить в Гренобле, это во Франции, в Эйндховене в Нидерландах, в Бакеу, в Бухаресте, в Румынии. Изи развивает стрит-арт в Молдове через инициативы своей организации Urban Spirit Family. После продолжительной зимы кожа наша нуждается в дополнительной заботе и уходе. Нехватка витаминов солнечного света отрицательно сказывается на всех кожных покровах и, в общем-то, на внешнем виде нашем в целом. Да, эти самые кожные покровы становятся безжизненными, их мучает сухость, вялость, ну и все с этим сопутствующее. Что же делать в таком случае? Как вернуть снова коже жизненную яркость, да? Но так, чтобы оно бац и сияло прямо изнутри. Косметологи рекомендуют ряд процедур. Об этом мы поговорим. Весной природа пробуждается, а вместе с ней и наша кожа. Пытаясь настроиться на новый ритм, она претерпевает неприятные изменения. Появляется раздражение и акне, тургор снижается, кожа шелушится или, напротив, жирно блестит. После затяжных холодов и снежных морозов коже как никогда нужны солнце, тепло и хороший уход. После зимы она часто начинает шелушиться. Нежное еженедельное скрабирование поможет вернуть ей весеннее сияние. Отшелушивающие средства не только улучшают текстуру кожи и ее внешний вид, но и уменьшают шансы на появление прыщей. Лучший вариант – обновить кожу – химический пилинг. Физические эксфолианты, такие как скрабы для лица, показывают немедленные результаты, но они не так эффективны, так как удаляют только то, что находится на верхнем слое вашей кожи. Весной солнце становится ярче, а температура выше. Соответственно, вы больше времени проводите на свежем воздухе, а значит, без SPF-крема не обойтись. Если вы хотите сохранить кожу здоровой и молодой, ежедневно наносите солнцезащитный крем, даже если вам кажется, что на улице не так уж и солнечно. Весенняя погода означает влажность и дождь, поэтому использование густого, сильно увлажняющего средства, которое вы использовали зимой, может сделать кожу жирной. Вот почему стоит перейти на более легкий увлажняющий крем. Хорошие варианты – увлажняющие кремы с экстрактом улитки, гиалуроновой кислотой, зеленым чаем и пептидами. Крем или гель для глаз также должны быть в вашей весенней рутине. Проведите ревизию своей косметички. Поменяйте жидкий тональный крем на легкую пудру для лица. Пусть ваша кожа дышит. Начинайте день с витаминных добавок. Хорошие биокомплексы можно присмотреть в аптеке, а можно сделать ставку на витамины красоты А и С. Они стимулируют выработку в коже коллагена, выравнивают цвет лица и добавляют ему ярких красок, а еще способствуют здоровью кожи, оказывая мощное омолаживающее воздействие. Не забывайте про питьевой режим. Выпивайте в сутки не меньше 1,5 литра чистой воды.
Данный материал содержит элементы рекламы. Ладушки-оладушки. Оладьи. Про них хочется поговорить. Ну, все-таки дело к завтраку, да? Так вот, это одно из самых популярных и при этом одно из самых древних блюд. И они прошли огромный путь от блюда для крестьян до блюда для дворянства. Слушай, вот меня всегда мучил один вопрос, и я каждый раз, когда говорю оладушки, мне кажется, что я ошибаюсь. Оладьи и оладушки – это две разные вещи? Это одно и то же. Просто оладушки – это уменьшительно ласкательное. Это знаешь, как оказывается, что блины и блинчики – это разные вещи. Что, нет? Нет. Опять ошибаюсь? Да. Ладно, основная наша претензия к оладушкам какая? Быстро заканчиваются. Ну, это понятно, в твоем случае так точно. Это то, что они довольно калорийные. И, соответственно, вот мука в большом количестве, все это приводит к чему? К тому, что попа растет большая и быстро. Все это очень происходит. Потому сегодня мы вам предлагаем альтернативный вариант из цельнозерновой муки и без сахара. Для приготовления оладьев нам понадобится примерно 140 граммов пшеничной цельнозерновой муки, 200 миллилитров кефира, одно яйцо, пол чайной ложки соды и подсластитель по вкусу, например, жидкая стевия. Яйцо и кефир должны быть не холодными. Если вы их не достали заранее из холодильника, то нагрейте немного кефир в микроволновке до теплого состояния. Итак, приступаем к приготовлению. К одному яйцу добавляем щепотку соли и примерно 3-4 капли ванильной стевии. Ее можно заменить при желании сахаром. Все хорошо взбиваем венчиком примерно 1 минуту. Ко взбитому яйцу добавляем теплый кефир и перемешиваем до однородности. Далее всыпаем частями цельнозерновую муку. Обычно на 200 мл кефира уходит 130-140 граммов цельнозерновой муки. Очень тщательно вымешиваем тесто, чтобы не осталось комочков муки. Оно должно стать полностью гладким и однородным. Когда все хорошо перемешано, добавляем пол чайной ложки соды. Гасить ее ничем не нужно, она погасится кислотой кефира. Вместо кефира, кстати, можно использовать другую кисломолочную продукцию – ряженку, йогурт или кислое молоко. После того, как добавили соду и перемешали до однородности, тесто уже не мешаем. Оставляем его примерно на 10 минут постоять, чтобы прошла реакция и все тесто наполнилось пузырьками воздуха, а оладьи получились пышными и нежными. Тесто постояло, сковорода нагрелась, наливаем растительное масло. Когда масло нагрелось, выкладываем столовой ложкой наше тесто, так, чтобы оладьи были на небольшом расстоянии друг от друга, и потом их было удобно переворачивать во время жарки. Жарим на небольшом огне с двух сторон, до румяного цвета. Во время жарки оладьи очень хорошо поднимаются, получаются пышными и воздушными. Готовые оладьи выкладываем на тарелку, укрытую бумажными полотенцами, чтобы лишнее масло впиталось. К оладьям подадим ягодный соус. Для этого в ковш отправляем ягоды замороженной черной смородины. Вы можете использовать абсолютно любые замороженные или свежие ягоды. Смородину необходимо нагреть, чтобы она разморозилась. Чтобы она не пригорела, можно добавить немного воды. Доводим ягоды до кипения, чтобы они слегка проварились. По желанию можно добавить пару капель сахарозаменителя. Соус готов, оладьи немного остыли. Они получаются пористыми, воздушными и очень вкусными. Время заваривать чай. Приятного аппетита! Инженеры университета Мэриленда создали квадрокоптер по чертежам одноместного вертолета Леонардо да Винчи. Ух ты, красота, неужели какая, взяли да и воспроизвели? Угу. Я так и думаю, что Леонардо да Винчи, он, видимо, когда его рисовал, так и думал, когда-нибудь будут электродвигатели. Гений инженерной мысли. Воздушные винты, которые Леонардо да Винчи нарисовал еще в 15 веке, привели в движение небольшой дрон Crimson Spin. Технология может работать даже с большим летательным аппаратом, способным перевозить человека. Отличительной особенностью аэродинамики дрона является то, что винт да Винчи выдувает вниз меньше воздуха, чем обычные пропеллеры. Благодаря этому под ним появляется меньше пыли и песка. Подожди, если я ошибаюсь, именно количество выталкиваемого вниз воздуха и создает подъемную силу. Разве нет?
Спроси у Да Винчи. Подвисла сейчас Таис. Мне кажется, что да. И, значит, в этом случае они создают меньше подъемной силы. Оно летает. Нет, но зачем? Пускай летает. Ну ладно. И пускай летает, в общем. На этом и закончим обсуждение этой темы. Продолжаем дальше. На календаре уже 7 февраля, а значит, впереди нас ожидают целых 3 праздника. Первый – это 14 февраля, да. Праздник, который я терпеть не могу, я его не отмечаю, и чего и вам желаю, если так немножечко проанализировать, что дальше ты что? На меня так смотришь, я осуждающе. Уже запомнила это. Да, молодец. Как по мне, чем больше праздников, тем лучше. Вот, это поверхностное отношение к праздникам. Нет, идем дальше. Просто больше праздников в жизни. Классный вот летом День любви, семьи и верности, пожалуйста. Так можно и то, и другое отметить. Нет, не чего можно. Же ты бурчишь? Не можно, можно по идеологическим можно. Соображениям. А-а. Идем далее. 23 февраля. Да? Хоть не официально, но многие его отмечают. Правильно? Да, правильно. Никто его не отменял. Ну, конечно же, 8 марта. 8 марта. Да, это правда. Как раз остался месяц, плюс-минус, пора уже подготовиться. Следующее видео подскажет, как вам, дорогие мужчины, справиться с этой головной болью. Алкоголь и сладкое – вариант, конечно, беспроигрышный. Но на 23 февраля мужчины точно ждут от нас чего-нибудь оригинального. Поэтому дарите своим половинкам носки. Только сначала дождитесь реакции, а потом скажите, что трикотаж-то необычный, с подогревом. Провод можно подключить к любому USB-разъему. Греют очень мощно. Всевозможные гаджеты и разные приспособления – это то, от чего не откажется любой мужчина. Блогеры уже готовят обзоры самых нестыдных подарков на 23 февраля. Смарт-часы, умные блокноты или вот специальные очки для чтения лежа – прекрасный выбор. Если человек лежит на диване, то он может вот так вот смотреть в смартфон или в телевизор. И все же лучший подарок – это тот, который сделан своими руками. Такой подход к презентам всегда в моде. Сделала я вот такой вот меч на 23 февраля на своего Димочки. Если на такие эксперименты у станка вы не готовы, то соберите для своей второй половинки подарочный бокс. В него можно положить все, что угодно, от сладостей до разных приятных мелочей. В конверт с надписью «Открой, когда не хватает сил», я насыпаю орешки. Кстати, рукотворные презенты вполне подойдут и для девушек на 8 марта. Видеорецепты, как собрать бюджетную подарочную коробку для любимой, набирают сотни тысяч просмотров. Внутрь предлагают класть косметику, парфюмерию, сладости и, конечно, цветы. Все это традиционные весенние подарки женщинам. Вообще-то с 8 марта у мужчин не должно возникнуть проблем. Девушки охотно делятся своими желаниями в блогах. Рады будут любому презенту – и недорогому самодельному подарку, и солидному гаджету. От мужчины лишь требуется в последние дни перед праздником внимательно слушать и записывать. Я хожу там по магазину и говорю: «О, у меня нет блинницы, значит, мне нужно там ее будет в следующий раз купить». Каким бы ни был подарок, главное его красиво упаковать. На помощь вам придут ролики из YouTube. Здесь вам расскажут, как оригинально и красиво преподнести свой презент, а распаковку превратить в настоящий квест. Прорывом в ее карьере стала роль в фильме ужасов. Она сыграла Рэйчел Келлер в фильме «Звонок». Именно это и принесло ей широкую известность. Наоми Эллен Уоттс, британская актриса и продюсер, говорят, в ее судьбе не обошлось без счастливого случая. В общем-то, смотрите сами. Это еще надо умудриться в Голливуде, где красивых блондинок тысячи, завоевать прозвище «Австралийская шкатулка с секретом». Но Наоми Уоттс и правда такая. Каждая роль как лабиринт, никогда не знаешь, куда заведет. А ведь она даже не получила актерского образования. Как же обычной девушке из бедной сиднейской семьи это удалось? Ответ – это история о счастливом случае, который может любую судьбу сделать сказочной. Папа Наоми Уоттс и ее брата Бенджамина все чаще пропадал. То на 2 дня, то на 3, потом стал отсутствовать неделями. Алкоголь, измены, ругань. Вскоре после того, как мужчина стал поднимать руку на жену, которая покорно ждала его дома с детьми, было принято решение о разводе. К сожалению, беды на этом не кончились. И отцовское пристрастие к алкоголю постепенно сменилось героином. Я потеряла отца, когда мне было 7 лет. Он умер от передозировки, хотя к тому времени он с нами уже не жил, я прошла через большое испытание. Теперь оставалась только суровая реальность. Матери Наоми было нечем кормить детей. Это были страшные годы, когда они скитались по всей Англии по друзьям и знакомым, чудом не попали в приют для нищих.
Я выросла на печеной фасоли. Были времена, когда ничего другого мы себе просто не могли позволить. Ужасно, но без крыши над головой отцы прожили 7 долгих лет. Наоме было уже 14, когда судьба словно сжалилась над этой семьей. Мама их мамы в далекой Австралии овдовела и предложила дочери вернуться в Сиднее, в ее дом. Женщина переезжать отказалась, но двух своих детей она охотно отправила к бабушке, которую те никогда даже не видели. Ожидали строгости, брани, жестких правил, а получили, к своему удивлению, впервые в жизни покой и заботу. Наоми, наконец, ходила в приличную школу и в кружки танцев, рисования, пения. Дома ждал теплый ужин. Наверное, именно тогда она, познавшая разницу, и пообещала себе: «Мои дети не увидят нищеты». В 15 лет Уотс, не сказав никому ни слова, прошла кастинг в модельное агентство. Она хотела зарабатывать. Я очень много снималась в рекламе, прежде чем я стала профессиональной актрисой. Я рекламировала все, что угодно, от хлопьев до прокладок. И ничуть этого не стыжусь. Мой путь был долгим и трудным. Тогда же она начала ходить на кастинги в кино. Понятно, что обычная модель вряд ли получит большую роль. Но вдруг все-таки повезет. И вот он, первый подарок фортуны. Это она, совсем юная, в синем купальнике в ленте «Возвращение в Эдем». На очередном кастинге Наоми познакомится с другой малоизвестной тогда австралийкой – высокой рыжеволосой Николь Кидман. Девушки подружатся, и однажды Николь позовет приятельницу попробовать сыграть уже большую роль в фильме. И Наоми правда утвердят. Вот они, молодые, в картине «Флирт». Перед тем, как принять решение всей жизни, рвануть в Голливуд, Наоми попросила брата Бенджамина помочь ей. Он тогда как раз увлекался фотографией, а ей были необходимы снимки для профессионального портфолио. Вот те кадры. Портреты начинающей актрисы, снятые на обычную мыльницу. И робость, и надежда в ее взгляде. А еще едва уловимая загадка. При внешней безмятежности ощущается печаль, груз горестного детства. И вот с этим фото в сумке 22-летняя актриса приезжает в Лос-Анджелес. Это значит съемная комната с ржавой водой в кране, работа кассиршей в супермаркете и десятки прослушиваний. Почти 8 лет сплошных неудач. Лучшая роль за те годы в третьесортном ужастике «Дети кукурузы 4». Она тебя звала. Я ей сделал компресс. Ей уже лучше. Спасибо. Наоми исполнилось 30, когда агенты по кастингу стали не просто отказывать, а еще и приговаривать, что видны морщины и взгляд не горит, как у молодых. Подступило нешуточное отчаяние и полное разочарование в себе. На последние деньги Наоми купила билет обратно в Сидней. Но напоследок она согласилась сходить на один, самый последний кастинг. Ее звали к режиссеру Дэвиду Линчу, который затевал тогда свой фильм «Малхолланд Драйв». Незадолго до того на стол к нему попала та самая давняя фотография из Сиднея. Я не знаю. Наверное, он разглядел в той фотографии что-то честное. Я была сама собой. Он ведь очень интуитивный режиссер. Он выбрал меня, даже не видя вживую. Наоми Уотс уже собирала чемодан, чтобы покидать Голливуд, когда вдруг раздался звонок. Сказали, режиссеру понравились ее фото, приезжай, покажись. И она поехала, в чем была. Уставшая, не накрашенная, ни на что уже всерьез не рассчитывающая. Наоми зашла в комнату, и я был потрясен, потому что она выглядела совсем не так, как на фото. Я даже готов был отказаться от нее, но попросил ее все-таки сходить в уборную и накраситься так же, как на той фотографии. Она обрадовалась, увидев мой интерес, и что-то произошло. И вот он, миг везения. Режиссер увидел преображение. Грустная женщина вдруг снова стала хрупкой, смелой девчонкой, готовой биться за мечту. Прямо как с той фотографии. Удивительно, как странно иногда выглядит счастливый случай. У чужого человека получается разглядеть что-то искреннее за нашей усталостью, разочарованием и злостью. Это было попадание точно в цель. Фильм «Малхолланд Драйв» как будто рассказывал о Наоми и о тысячах таких, как она. О девушке, которая грезит карьерой в Голливуде. Пронзительная драма, которая получила приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале 2001 года. И о таинственной блондинке из Австралии заговорил весь мир. Впереди был настоящий актерский путь. Вот только некоторые картины, где она снялась. «21 грамм», «Звонок», «Кинг-Конг», «Порок на экспорт», «Бёрдмен». Так
Так Наоми Уоттс стала одной из великих актрис своего поколения, а ее брат Бенджамин Уоттс сделался известным фотографом. А в обычной жизни это простая женщина, разведенная мама двух мальчиков. По крайней мере, так отзываются о ней ее соседи по Нью-Йоркскому району Вест-Виллидж, где мы сейчас находимся. Наверное, нередко прогуливаясь по этому парку, она задумывается о том, как же щедра все-таки судьба на счастливый случай. И слава богу, у каждого свое везение, ни на чего больше не похожее. Данный материал содержит элементы рекламы. А теперь в нашей программе долгожданная, любимая рубрика. Рубрика о еде. Главное, кто это говорит, долгожданная, любимая рубрика. Я. Да, Таис? Ну, тот, кто любит поесть. Mm-hmm. Не приготовить, но поесть. Все так. И потом активно отрабатывает это все в спортзале. Это да. Ладно, как ни крути, нам всегда об этом приятно. Прямо сейчас свои лучшие рецепты представят бренд-амбассадор наших партнеров сети магазинов «Максимум» Дмитру Бойку. Всем доброе утро, я Дмитру Бойко. Как всегда в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся новыми интересными кулинарными идеями или рецептами к вашему завтраку и не только к завтракам. Что-то мне подумалось, что в последнее время мы совсем не готовим рыбу, поэтому на этой неделе будем готовить рыбу, самую разную и в самых интересных и классных вариациях, но самое главное, буду показывать на этой неделе три классных соуса, которые подходят к рыбе. Сегодня готовим осетра, стейк из осетра. Когда речь идет о речной рыбе изначально, то всегда у этого всегда есть две такие очень отдельные истории. Потому что есть люди, которые не любят речную рыбу из-за там, запаха, аромата тины, говорят, и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле речной рыбе нужен просто хороший соус. Сегодня мы с вами будем готовить насыщенное такое сливочный соус, но при этом очень деликатный и который подчеркивает рыбу. А самой рыбе на самом деле много не надо. Для того, чтобы приготовить классно стейк из рыбы, я сегодня буду готовить именно его, не нужно много чего. Нужно просто сливочное или оливковое масло и немного соли. Остальное все сделает соус, поверьте. Итак, сегодня мы рыбу готовим в гриле. Потому что стейк, гриль, вполне логичная история. Уже очень часто рассказываю про этот мультигриль от бренда DeLonghi. Он мне очень сильно нравится. Если вы помните, на прошлой неделе мы готовили вафли. И я говорил о том, что у него есть много разных насадок. Поэтому вот есть такая насадка гриль. И я повторюсь еще раз, что конкретно у этого гриля есть очень классная опция, которая мне нравится. Она... Что это за опция? Она настраивает температуру верхнего и нижнего яруса абсолютно отдельно стоящей. То есть, если вам нужно что-то поджарить сверху или снизу больше или меньше, это реально очень удобно сделать. Плюс ко всему, здесь плавающий верхний слой, что говорит о том, что обычно, когда гриль, знаете, он так закрывается, здесь прижимает, а здесь ничего не жарится. Так вот, когда вы положите сюда продукт, неважно какой, он его равномерно накроет. Это реально тоже очень удобно. Ну и, конечно, есть специальный вот такой вот контейнер, который вставляется сзади для того, чтобы, например, жир или сок, если вы готовите или жарите что-то жирное, не попадало вам на вашу столешницу или на ваш стол. Собственно говоря, удобно эти плато. Вставки снимаются, их можно легко и просто мыть. Ну и, собственно говоря, давайте настраивать. Так как у меня достаточно широкий стейк, поэтому я вначале сделаю температуру побольше, чтобы прижарить его, запечатать все соки, а потом убавлю температуру для того, чтобы рыба прожарилась равномерно. Итак, погнали. Все очень просто. Выставляется таймер, то, насколько вам нужно. Допустим, там я поставлю на минут 4. Этого хватит, пока он разогреется, пока одно, другое есть. А потом мы выставляем температуру. Допустим, я хочу температуру где-то 200 и 200. 200 и 200. Ладно, поставлю сверху 210, чтобы прям была такая красивая решеточка. Нажимаю на старт и закрываю. И пока я буду готовить соус, гриль мне напомнит сигналом, что пора готовить. Что-то я заболтался. Короче, в общем, все понятно, да? Все словили. Хорошо. Итак, соус очень простой. В ковше, пока у нас все тут разогревается, в ковше мы с вами разогреваем чуть-чуть сливочного масла и оливкового масла. Я наливаю оливковое масло.
Немного. Я сегодня хочу сделать прозрачный соус. Дело в том, что обычно к рыбе готовят какой-нибудь такой сливочный соус, сильный сливочный соус, который рыбу потом покрывает и выглядит это в тарелке не очень. Поэтому сегодня я хочу сделать обычный прозрачный соус, так называемый, но который будет при этом достаточно интересным по вкусу. Итак, кусочек сливочного масла. И как я говорил, нам с вами нужно сделать ароматное масло, то есть насытить его ароматом для того, чтобы рыба речная была абсолютно в такой классной гармонии друг с другом. Поэтому мы с вами вооружаемся свежими ароматными травами. Это, безусловно, розмарин, который рыба очень сильно любит. И это, конечно же, тимьян. Это две такие, обязательно свежие возьмите, потому что речная рыба, я не буду повторяться, такая очень деликатная история, поэтому возьмите свежие травы, потому что они дадут хороший аромат вашему соусу. Это очень важно. И нам с вами понадобится еще лимон, не только сок лимона, но еще и цедра, для того, чтобы еще больше насытить всю историю ароматом. И у меня здесь есть замороженные, были замороженные вот такие вот классные, красивые игрушки, так сказать, кулинарные. Это замороженная морковь, которая уже нарезана, ее можно купить в магазине, которая уже нарезана такими шариками. И свежий зеленый горошек, который тоже свежезамороженный. Они классные, видите, по цветовой палитре, и они классно будут сочетаться с рыбой. Ну, такая, знаете, игра в тарелку. Итак, у нас тут все разогревается отлично. Теперь мы с вами разрезаем лимончик. Вначале добавлю чуть-чуть цедры. Есть. И чуть-чуть сока. Косточка попала. Ничего страшного. Потом это уберем. Процесс пошел. И мы теперь с вами добавляем сюда нашу морковку и чуть-чуть зеленого горошка. И они получатся такими классными лимонными историями. И при этом, при всем, соус будет красиво выглядеть на тарелке, что тоже немаловажно. Итак, рыба. Хороший стейк, он у меня уже зачищенный, помытый, зачищенный и высушенный. Это важный момент, когда вы готовите стейк, неважно какой, говяжий, свиной или рыб, или из рыбы, его нужно обязательно просушить салфеткой для того, чтобы верхний и нижний слой были абсолютно сухими, тогда у вас будет красивая решетка и красиво запечатается вся эта история. Я его подсаливаю. С одной и со второй стороны. И чуть-чуть наливаю оливкового масла на решетку для того, чтобы дать хороший рисунок. Чуть-чуть вот так вот смажу верхнюю и нижнюю часть. И кладу сюда наш стейк из осетра. А теперь смотрите, важный момент про то, про что я говорил. Помните активная верхняя панель, которая правильно накрывает стейк? Смотрите, если бы он сейчас был вот так вот зафиксирован, он бы пожарил рыбу только здесь и все. А здесь осталось бы так себе. Но так как у нас есть активная верхняя панель, она накрывает стейк очень равномерно и дает ему правильно пожариться. У нас все готово. Я хочу чуть-чуть еще подсолить соус. Хороший аромат. Можете, кстати, если хотите, чуть-чуть винишка сюда белого. Ну, совсем чуть-чуть, знаете, не переборщите. Посмотрите, это насыщенный лимонно-тимьянно-сливочный соус, который, по сути, прозрачный. Немного. О, спасибо большое, дружочек. У нас с вами все готово. И мы готовы сервировать. На тарелку я выкладываю чуть-чуть соуса. Класс. Видите, и ни морковка, ни горошек, ну чуть-чуть слегка, но это вообще не катастрофично, не потеряли цвета. А это реально очень здорово, когда в тарелке есть не краски. Стейк. И еще чуть-чуть соуса сверху. Время прощаться. Я говорю огромное спасибо бренду DeLonghi за поддержку сегодняшнего выпуска. Ну а вам говорю о том, что не бойтесь экспериментировать с рыбой в том числе. Помните о том, что когда вы покупаете дорогую рыбу, такую как осетр, хочется, чтобы она была реально вкусной. Меня зовут Дмитрий Бойко. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Я желаю вам приятного аппетита и отличного дня в продолжении. Пока!
На Украине с 1 января 2024 года отменят призыв на срочную военную службу. По крайней мере, так говорят. Соответствующий указ подписал президент Незалежный Владимир Зеленский. Так, документ предусматривает постепенный переход к формированию вооруженных сил Украины на профессиональной основе, в частности, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную службу. Это старт перехода Украины к профессиональной армии, приводятся слова Зеленского на официальном сайте президента Украины. Ну, в общем-то, замечательная инициатива, конечно же, всем мира хочется пожелать и вспомнить о том, что сейчас женщин-то там тоже призывают на военную срочную службу. Да, вообще, а это разве не военная кафедра, как у нас в свое время? Ну, как бы, нет кажется, там, да, что-то иначе. Но в любом случае, то есть, какова разница, в 2022 году женщин призывают на службу, а в 2024 уже собираются все поменять. Ну, все правильно, как в родном Израиле, где и женщины, и мужчины службу несут. Да-да, ладно, хорошо. Главное, чтобы мир во всем мире. Да. Ждет ли он нас сегодня, и завтра, и послезавтра? Об этом в астрологическом прогнозе. Овен. С утра возможны неприятности, но особенно волноваться из-за них не стоит. Влияние негативных тенденций быстро снижается. Возникшие проблемы решаются. Во многом помогают старые знакомые, причем часто по собственной инициативе. Телец. Начало дня благоприятно. Действуйте быстро. У вас есть шанс сделать много хорошего. Вероятны успехи в делах, которые требуют творческого подхода. Очень помогает опыт, полученный раньше. Близнецы. Непростой день. Если вы хотите достичь успеха, будьте готовы приложить усилия. Не отступайте, если на пути возникнут преграды. Вы наверняка найдете способ получить то, к чему стремитесь. Рак. Если у вас запланированы на этот день важные дела, будьте готовы заниматься ими самостоятельно. Не рассчитывайте на помощь и поддержку. Отношения с окружающими могут складываться довольно напряженно, особенно в первой половине дня. Лев. Трудности не исключены, но справляетесь вы с ними быстро. Вера в свои силы творит чудеса. Благодаря ей вы добиваетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Отлично справляетесь с делами, которые казались почти безнадежными. Дева. Вы неохотно идете на уступки, редко прислушиваетесь к чужому мнению. С точки зрения общения, это не самый простой день. Стоит присмотреться к новым знакомым. Скорее всего, вы сможете научиться у них чему-то полезному. Весы. Отличный день для того, чтобы справиться с проблемами. Вы изобретательны, часто находите решения, которые другим не пришли в голову. Видите возможности, которых почему-то никто не заметил. Скорпион. Будьте осторожны и старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Этот день больше подходит для того, чтобы заниматься чем-то знакомым, чем для начала новых дел. Не спешите рассказывать о своих победах и планах. Стрелец. Благоприятный день, отлично подходящий для решения и деловых, и личных проблем. Вы не теряетесь, если что-то идет не по плану. Принимайте верные решения, а раньше других находите ответы на важные вопросы. Козерог. Непростой день, но все же не безнадежный. Вам стоит запастись терпением, поскольку достичь успеха быстро едва ли удастся. Скорее всего, наоборот, любые дела сегодня будут требовать больше времени, чем обычно. К тому же не исключены задержки в поездках. Водолей. Отличный благоприятный день. Серьезных проблем он не принесет, а с мелкими неприятностями вы быстро справитесь. Пригодится опыт, полученный раньше. Рыбы. День отличается довольно напряженным эмоциональным фоном. Не исключены трудности в общении даже с близкими людьми. Из пустякового разногласия может вырасти серьезная ссора, если вы не будете сдержаннее в высказываниях. Тренд на суперфуды набирает обороты. И один из таких суперфудов – это зеленый чай матча. Он содержит витамины, кофеин, а также большое количество антиоксидантов и полифенолов, которые положительно влияют на красоту кожи и очищают организм. Чем еще он полезен и как же его правильно заваривать? Об этом расскажем далее.
От всех остальных чаев ярко-зеленая пудра матча отличается одной главной особенностью. Этот чай делают из листьев, которые дозревают в тени. Дословно матча переводится с японского как измельченный чай. Укрытые плотными темными сетками за несколько недель до сбора урожая, листья зеленого чая, которому предстоит превратиться в матча, растут медленнее и, в отличие от обычных, вбирают в себя максимальное количество аминокислот. К моменту сбора они представляют собой живые склады тианина и катехина, которые отвечают за полезные свойства матча. Тианин по праву считается мощным, но в то же время бережным природным антидепрессантом и успокоительным средством. Катехин – сильный антиоксидант, работающий на омоложение нашего организма. А галат-эпигалогатехин, содержащийся в матче, снижает уровень сахара и работает как антибиотик. Очень важным доказанным полезным свойством галат-эпигалокатехина является борьба с образованием раковых клеток. В частности, матча может стать дополнительным щитом от рака кожи и молочных желез. А еще он значительно улучшает работу мозга. Согласно научным исследованиям, японцы, выпивающие более 2 чашек чая, имеют на 50% меньше проблем с памятью, чем те, которые этого не делают. Сегодня матча выращивают в нескольких странах, но уверенным лидером считается Япония. Именно японские перетертые листья ценятся специалистами и гурманами выше всего. Чай имеет сильный и отчетливый аромат, а по вкусу многим напоминает шпинат или пырей. Для традиционного заваривания матча нам понадобится тяван – керамическая или фарфоровая чаша для заваривания, тесаку – мерная ложка из бамбука, в которую входит 1 грамм порошка матча, ситечка – для просеивания матча и тясен – венчик из бамбука для перемешивания. Для крепкого чая прогрейте тяван, засыпьте туда 4 грамма просеянного матча и залейте его 50 мл горячей воды. Неспешными движениями перемешайте чай венчиком. Он должен получиться густым, тягучим, с насыщенной зеленой пенкой сверху. Для менее крепкого варианта снизьте количество чая до 2 граммов и заваривайте тем же способом. Матча дает огромное количество энергии. В отличие от кофе, ее прирост длится долго и без побочных эффектов. В Бельгии ввели новый дизайн паспортов. Что интересно, с сегодняшнего дня на страницах документов появится герой бельгийских комиксов. Интересненько. Ты что-то слышала про бельгийские комиксы? Нет, вот. Но, вероятно, национальный какой-то герой, да? Угу. На паспортах изобразят Тинтина, героя, созданного бельгийским художником Эрже, а также смурфиков, Ларго Винча и многих других персонажей. Это прекрасно. Да. А у нас что бы, Тындалы и Покалы, наверное, там изображались, да? Я считаю, что в качестве Тындалы и Покалы можно изобразить одного нашего политика, который говорил «Кумспум полонежий, бонжур маман». Да, так. Именно так же поляки у нас и говорят, да? По словам, вернемся все-таки к Бельгии, да? По словам министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, был выбран дизайн, представляющий страну, ее искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора. Паспорта в Бельгии используют в основном как загранпаспорта. Функцию традиционных удостоверений личности в Бельгии выполняют обычные пластиковые карточки. Круто? Классно. Все профессии нужны, все профессии важны, но некоторые из них со стороны выглядят весьма странными. Ну и вполне возможно, что в этом списке вы найдете свою профессию мечты. Если вы когда-нибудь станете работать доставщиком плохих новостей, в вашей трудовой книжке будет написано «Координатор по тяжелым ситуациям». Так эта профессия называется официально. Как ею овладеть, смотрите в интернете, там полным-полно онлайн-курсов и вебинаров. Они научат, как правильно сообщить человеку то, чего он не хочет слышать. Получателя плохой новости сразу нужно утешить. В этом деле нет равных профессиональным обнимателям. Привет, я Саския Ларсон, и я профессиональный обниматель. Работка не пыльная, делать особо ничего не надо. Знай себя, обнимайся с клиентом, поглаживай по голове, шепчи на ухо что-нибудь нежное. Устраивайтесь поудобнее. Ничего страшного, если я прижмусь к вам. Надоело валяться, обниматься? Добро пожаловать в аквапарк. Кататься целыми днями с горок за деньги. Только не вы будете платить, а вам. Мы каждый день делаем это. Наша работа – кататься с горок, чтобы убедиться, что все безопасно для публики. Правда, сначала придется пройти 2-недельные курсы, чтобы научиться правильно кататься. Оцениваешь адреналин, брызги, крутизну и ставишь общий балл.
Боитесь воды или просто не хотите напрягаться? Для вас, пожалуй, самая спокойная профессия из всех существующих. Наблюдатель за сохнущей краской. Сколько платят? А это как договоритесь с работодателем. Производителем этой самой краски, которому очень нужно знать, что с ней происходит. Поминутно, пока она сохнет. А другой производитель, кормов для животных, с радостью наймет вас дегустатором. Да-да, вы правильно поняли. Я профессиональный дегустатор собачьего корма уже 6,5 лет. На такое, конечно, не каждый отважится, зато платят уж больно хорошо, никак не меньше 100 тысяч в месяц. И к тому же дегустатор всегда сыт, что по нынешним временам огромный плюс. Я, кажется, перепробовала все виды кошачьего корма, но собачий мне нравится больше. Истинный ценитель кое-чего другого работает носом. Выглядит это, конечно, не совсем эстетично, но без этого редкого специалиста у нас не было бы ни одного дезодоранта от пота. Так что скажем ему спасибо за нелегкий труд. Впрочем, все странные профессии хороши. Выбирай на вкус, или на глаз, или на нюх. Интернет в помощь. Все, пока. Неделю успешно начали, понедельник провели браво, активно мы старались, как могли. Ну, насколько могли браво, настолько могли, насколько получилось активно. А ты почему это обесцениваешь нашу с тобой работу? В смысле? Вот именно, не надо обесценивать. Просто бывали и поактивнее, понимаешь? Ну, бывали, но это когда к нам в гости приходили и шампанским нас обливали, например. А сейчас как-то сидим спокойненько себе. Это мы про Sunstroke Project. Ну да, ребята. Было время. На этом действительно будем откланиваться. Это утро с вами начинали Таис Разумовская. И Дмитрий Спиваков. И все. До завтра. И все. До встречи. Пока-пока. Данный материал содержит элементы рекламы.